В администрации района состоялось очередное заседание собрания депутатов Амурского района, на котором обсудили ряд основных вопросов, в том числе подвели итоги служебной деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации по Амурскому району за 2017 год. На заседании был заслушан отчет начальника отдела Министерства внутренних дел России по Амурскому району Игоря Вячеславовича Кленова о результатах оперативно-служебной деятельности отдела Министерства внутренних дел России по Амурскому району за 2017 год. Основные задачи, стоящие перед отделом в 2017 году, были обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности, защиты прав и законных интересов граждан. На территории Амурского района было проведено 119 массовых мероприятий. Нарушения общественного порядка, других чрезвычайных происшествий в районе допущено не было. За помощью в отдел внутренних дел в 2017 году обратилось 11786 граждан. Количество поступивших заявлений и сообщений в дежурную часть снизилось на 5% на 623 заявления. Общий массив зарегистрированных преступлений составил 1162 преступления. Снижение на 5,4% если смотреть 16 лет. Также был заслушан отчет о деятельности контрольно-счетного органа района за 2017 год, откуда следует, что в отчетном периоде было произведено 6 контрольных мероприятий, 82 экспертно-аналитических мероприятия. Контрольными мероприятиями охвачено 13 объектов. В результате выявлено 27 финансовых нарушений, а именно 449 миллионов рублей. Из суммы выявленных нарушений в части неэффективного использования бюджетных средств устранено нарушение более чем на 4,5 миллиона рублей. По результатам контрольных мероприятий направлено 13 представлений и одно предписание. Привлечено к дисциплинарной ответственности 4 должностных лица.